Полезное овсяное печенье с семечками кунжута и тыквы – это лучший полезный перекус. Понадобится сливочное масло, овсяные хлопья, пара яиц, сахар, мука, семечки. Масло разотри с сахаром. Добавь овсяные хлопья лучше мелкого помола. Еще нужна пара яиц. Хорошенько перемешай, добавь муку, ну а сверху разрыхлитель. Вымеши тесто. Застели противень пергаментом. Печенье можно вырезать формочками, но есть более простой способ. Скатать колобки величиной с грецкий орех, приплюснуть их и так запечь. Чтобы сделать печенье более вкусным и полезным, можно использовать семена тыквы и кунжута. Они не вывалятся, если слегка вдавить их в тесто. Печь овсяное печенье нужно примерно 15-20 минут при температуре 180 градусов. Thank you.